Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 18 ноября 2017 года. Построили мы теплицу капля VIP шириной 3 метра, длиной 6 метров. По торцам у нас установлены разрезные двери форточки. Посередине у нас есть перегородка глухая. С другого торца тоже разрезная дверь форточка. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20х40. Арки в виде ферм. Каркас очень мощный, прочный, надежный. Не страшны ни ветра, ни снега, ни тем более дожди и другие катаклизмы. Сама конструкция стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком и закреплен к земле с помощью колышков. Вторая половинка. Все то же самое. Для большей жесткости каркаса установлены две диагонали. Одна в этой половинке, другая с противоположной стороны в той половине. Это разрезная дверь-форточка. Поликарбонат использовали 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы у поликарбоната защищены перфолентой с торцевым профилем по всему периметру теплицы. Вот так это выглядит. Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 19 ноября 2017 года. Построили мы теплицу капля VIP шириной 3 метра, длиной 6 метров. По торцам установлены разрезные двери форточки. Поликарбонат использовали 4 мм. 0,7 плотность. Все торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем по всему периметру теплицы. Каркас теплицы изготовлен из трубы 20х40. Арки сделаны в виде ферм. Это очень мощная, прочная конструкция. Окраска примерно порошковым способом. Также и сама конструкция стоит у нас на брусе 100 на 150. Брус пропитан антисептиком и закреплен к земле для большей устойчивости. Также сделаны диагональки на каркасе для придания ему большей жесткости. Также у нас в теплице имеется два форточных блока. Одна половинка каждого оснащена термоприводом, другая половинка ручным механизмом. Термоприводы клиент уже попросил отцепить. На зиму их убрали. И есть система подвязки, сделанная из трубы 20 на 20 по одной трубе на каждую сторону. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!